Всем огромный привет! Сегодня я буду запекать мясо в духовке. Свиная шейка вместе с лопаткой. 3-килограммовый такой кусочек мяса получился. Запекать я буду в фольге. Я для этого возьму 2 чайные ложки горчицы. Приправы по вкусу. У меня черный перец, молотый кориандр и немного красного перца. Также у меня будет чеснок и лавровый лист. И ложка чайной соли. Я ее промыла, обсушила. И теперь буду натирать. Сначала сделать такие вот проколы. И сюда постараться воткнуть чеснок. Часть чеснока я, значит, использовала для шпигование, в общем, а часть я порезала, буду натирать сверху. Я уже говорила, я буду запекать в фольге, поэтому я сразу здесь же намажу и в ней запакую. И у меня будет мариноваться это мясо в фольге. Я сбрызнула фольгу маслом подсолнечным. Теперь натру шейку. И так и запакую. Со всех сторон я ее промазала. Положила сверху листик лавровый. И теперь мне ее осталось только запаковать. 2 листика фольги мне было мало. Я взяла 3-й слой. И так сейчас хорошо ее запакую, чтобы она у меня была запакованная. Вот так я запаковала, теперь ставлю в холодильник, и будет это у меня все стоять 10 часов. Потом также достану, открывать не буду, и буду запекать в духовке. Я разогрела духовку до 200 градусов, и сейчас ставлю вот это подготовленное мясо, я его не открывала, в духовку на 50 минут сначала. Я достала мясо из духовки, вот оно у меня запекалось 50 минут при 200 градусов и 20 минут при 180 градусов. Но оно еще у меня сыроватое, видите, выделяется жидкость, немного кровавая. Я раскрыла фольгу и теперь я буду запекать его без фольги. Сегодня у нас такое небольшое семейное событие. И мы будем отмечать его, как всегда, дома. И сейчас я готовлю мясо. У нас будет скромный ужин, посвященный этому событию. У меня готовится мяско. Мясо. Посмотрите, какое оно. Я уже не удержалась, кусочек попробовала. Просто обалденно, чихнула, можно сказать. Обалденно вкусно. Желаю вам крепкого здоровья. Не забывайте подписаться на канал, ставить лайки, писать комментарии. Всем до встречи, всем пока-пока!